Люкс ФМ представляє. Хеппі карантин. Я готовлюсь жрать. У меня нет денег. У меня просто была точно такая же история. Как хорошо, что мы не вместе. Мы едем к тебе. А может быть, продлим? Ой, чувствую, я, девчонки, мы загуляем. Котятки, если вы все-таки вышли в магазин, то я рекомендую подниматься по лестнице, а не на лифте. Ну, какая-никакая тренировочка. И, кстати, бутылки в руках можно использовать для того, чтобы качать руки. А в руках у меня базалети – игристое вино современной Грузии. И оно не случайно, потому что мы начинаем наш ничубари на домашнем. Погнали! Мы в нашем спецвыпуске ничубари на домашнем соблюдаем социальную дистанцию с гостями, поэтому сегодня я буду вещать со своей кухни. А откуда будут вещать наши прекрасные участницы, узнаем через несколько минут. Для начала мне нужно открыть бутылочку игристого. Я созвонюсь с горячей малышкой по имени Мишель Андраде. Узнаем, чем она занимается на карантине. Привет, моя зайчка! Наконец-то! Приветики! Привет! Смотри, я тоже не с пустым подарочком. Опа! Хэппи карантин, как говорится тебе. Хэппи карантин. Как ты проводишь карантин? Рассказывай. Честно говоря, паника. Первая неделя, потому что ты думаешь, блин, что мне делать? В смысле, я никуда не могу выходить, в смысле, я не пойду на студию. А потом мне пришла идея, я купила себе студию. А, вот так, и... значит. Да, я думала себе дома сделать маленький уголочек, где я смогу там творить, на всякий случай, чтобы быть самостоятельной. Mm-hmm. А я так давно хотела приступить к оборудованию студии и думаю, блин, наверное, сейчас что-то должно произойти для того, чтобы... Или я там себе там две выходные и сделаю все. И тут бас, карантин. И я, короче, да, серьезно, я оборудовала себе студию потом. Я не знаю тоже, каким чудом я запаслась гирляндами, свечки купила очень много. И, короче, у меня дома полный уют. Короче, ты что-то знала еще заранее, да? Да, как-то где-то внутри чувствовала. Слушай, скажи, ну ты же не просто так сидишь на карантине, у тебя релиз. Да, у меня недавно был релиз. Песня вышла уже достаточно, ну, сколько, месяц, наверное. Mm-hmm. А клип вот неделю назад как раз на песню Proud. I'm proud, I'm saying love. Standing among the noisy crowd. И это невероятно крутая работа, которая касается каждого, и мне кажется, что она дает силы двигаться дальше. То есть, когда ты не можешь принимать себя, и там у тебя есть какие-то зажимы, но я поняла, что все начинается с себя. Вот. И когда ты любишь себя и начинаешь любить себя такой, какой ты есть, то появляется мотивация. А у тебя же, наверное, не всегда ты себя принимала. Вот со школы у тебя, в школе были комплексы? Даже сейчас они есть. И мне кажется, они будут. Но это все зависит от того, на каком этапе я нахожусь. То есть эти комплексы, есть какая-то неуверенность в себе, да? Мне кажется, в каждой девочке есть это, потому что мы там думаем, блин, а может у меня не такой нос, а может у меня не такие губы, а может грудь маленькая. Я такая один раз просто села и такая, так, Мишель, что это за комплексы у тебя? И просто начала отрабатывать их. И вот со временем я просто приняла себя, и мне стало легче. Ты молодец. Я тебя поздравляю с твоим релизом. Вообще, можем за него даже выпить. У нас же не чубари все-таки. Давай за тебя. Крутяк. Чирс. Давай. Ну скажи, пожалуйста, как вообще изменилась твоя жизнь с карантином, кроме того, что ты засела дома? У меня больше креативность появилась. Я начала йогой заниматься, начала там читать про чакры, которые у нас есть, как их включать, как себя привести в порядок, потому что понимаю, что это прекрасное время для того, что это даже какое-то романтичное время, мне кажется. Больше есть начала? Привести свое тело. Знаешь, какая штучка, из-за того, что ты не видишься с девочками или там с кем-то еще, с кем можешь видеться, то ты такая, ну я скушаю это сладенькое, все равно меня никто не увидел. Знаешь, как говорят, что из карантина выйдут только те, кто сможет пройти в двери, но тебе это не грозит. Ну
Ребятки, я знаю, чего вам не хватает дома. Конечно же, это радио, а точнее Lux FM. И это понятно. В машине вы бываете редко, на работе, где играет Lux FM с утра до вечера, вообще не бываете. А душа по привычке требует самых крутых хитов и анекдотов. Это все, ребята, не беда. Lux FM можно слушать и дома, причем делать это удобным для вас способом. Вот что у вас, Android или iPhone? А это не важно. Заходите в Play Market или App Store и качайте себе приложение Lux FM. Здесь отличное качество и хороший звук даже при посредственном интернете. А еще вы можете зайти на страничку Lux FM на YouTube и посмотреть там стрим. И иногда даже можно там подглядывать за нами ведущими. Кстати, а надо говорить, что на YouTube-канале Lux FM шикарные выпуски «Слава Плюс» и «Ночь в баре»? Или люди и так об этом знают? Ну и естественно, ребята, вы можете включить радио номер один для классного настроения на сайте lux.fm. Слева есть кнопочка «Слушать Lux FM», нажав на которую вы запустите не только онлайн-трансляцию, но и узнаете, какие песни на очереди в эфире, а какие уже прозвучали. Ну а по центру есть кнопочка «Веб-камера». Если вы на нее нажмете, то сможете заглянуть в гости в студию к нашим ведущим под крутую музыку. Настраивайтесь на онлайн-трансляцию Lux FM, как только проснулись. Принимайте участие в наших крутых шоу. Заряжайтесь позитивом и слушайте самые крутые хиты и ржачные анекдоты. Поверьте, мы по вам соскучились не меньше. Поэтому давайте проводить время вместе на просторах интернета. Lux FM, включай настрой. Сейчас у нас будет анкета. Ты в школе, у тебя был типа альбома друзей или что-то такое, что передавалось между друзьями, и вы отвечали на вопросы? По-моему, был. Вот сейчас у нас будет такое же, только в режиме онлайн. Твой любимый алкогольный напиток? Текила. Я знала! Спокойно, транкилла, а мы на закате пьем текилу. В каком возрасте ты узнала, что такое вертолеты? Какие вертолеты? Ты еще не знаешь, что такое вертолет. Ладно, если о таких вертолетах, то мне кажется, лет... Я сейчас не вру, я в 18 лет, по-моему, узнала первый раз. Кружила тебя. Что бы ты сказала? 19. А тебе сейчас? 23. Ну так, недавно достаточно. Что бы ты сказала своему парню, если бы первому парню, если бы встретила его на улице? Как хорошо, что мы не вместе. На каком фрукте или овоще лучше всего учиться целоваться? На руке. Я никогда не практиковала на каком-то овоще. А на руке? Покажи, я не понимаю, ну как? Вот так. Но оно же не похоже на руку. И вот тут, видишь, губки. А, я поняла. Это круто. А что ты писала своему бывшему, будучи под шофе, писала ли? Если я хочу писать, то я пишу подружке лучше, говорю: Саша, спасай, я хочу ему писать. Какую песню ты обычно поешь в караоке под градусом, если находишься? Риана Даймонд. А можешь спеть сейчас? Ну, я ее так люблю просто, капец. Да, ну хотя бы припев. Beautiful sea, I choose to be happy. You and I, we're like diamonds in the sky, so shine bright tonight. You and I, we're beautiful like diamonds in the sky. Я очень люблю эту песню. Что тебе приходилось делать в жизни наспор? Я помню, что мы в детстве вообще делали вообще все, что угодно с подружками. Но самое жесткое было какому-то чужому человеку подсесть в машину. Вот так, что-то такое. И ты садилась? Да. Круто. Мы были сумасшедшие девчонки. Кого бы ты выбрала на роль ведущего своей свадьбы? Блин, не знаю. Джастина Бибера. Ого, не кисло. Твоя первая работа? Раздавала листовки в метро. Моя первая работа, вообще я была своим боссом, если так сказать. У нас в Боливии было лимонное дерево, и я оттуда брала лимоны и продавала всем соседям. Вот. Ага. Сама ставила цену, и потом... я никогда не продавала, по-моему, один и тот же коктейль за одну и ту же цену. Вот так.
О, прикольненько. Слушай, ну покажи сейчас самую необычную позу, в которой ты когда-либо спала. Ты на кресле мышки сидишь, я думаю, что тебе будет легко. Блин, хорошо. А, я один раз вот так. То есть, если смотреть, да, у меня тут подушка, ага. Да, подушка. Я сплю, типа, короче, вы поняли. И один раз я проснулась вот так. То есть вообще в противоположную сторону своей кровати. Ты трезвенькая засыпала или после гуляночки? Нет, трезвенькая. Какое самое необычное место, в котором тебе приходилось выпивать? Ну, знаешь, вот типа по молодости там многие в подъезде, там еще где-то. В подъезде, мне кажется, это достаточно обычненькое место. В аэропорту на паспортном контроле, да. Прям там? Да. А как ты это умудрилась? Рассказывай, что за история? Ну, это просто гастроли. Мы так чуть-чуть, знаешь, то есть мы там перед тем, как зайти, потому что мы знали, то мы такие, давайте. И все, оставили. А в самолете? Ну, в самолете, да. Давай, за тебя, Мишелька, давай, котик. И за вас. Наша Ничу Бари на домашнем мы сегодня называемся. Все на домашнем сидят. И слушай, но мы немножко погуляем с тобой сейчас. У нас есть игра здесь, вот в Фейсбуке. Смотри, мы двигаем головой и обходим препятствия. Так, я думаю, что я буду первая все-таки. Ой, я уже пошла. Ай, все, я проиграла. Теперь ты. Это как-то очень... Подожди, куда? Ну ты выиграл. Давай поиграем, Мич. Давай. Ты первая. Да, я опять иду. Ножки тебя двигаются. Ты круто было играть, солнышко. Боже, смотри, как ноги. Ты сейчас выиграешь. Ай. Мишель выиграла, слушай, ну... Если дано, то дано, сорян. Да, ты нормально ходишь. Спасибо тебе большое за то, что сегодня к нам присоединилась. Мы будем слушать твою песню про аут. И, конечно же, хорошего тебе карантина. За тебя. Спасибо, Мишель. И я вам тоже желаю, чтобы вы провели его с пользой, не паниковали, приводили себя в порядочек внутри, потому что это очень важно. И, конечно же, только позитив. Спасибо тебе большое. За тебя. Дзынь. Давай. За этот эфир прекрасный. Пока. Ну а прямо сейчас я наберу двух девчонок. Это Злата Огневич и Даша Петрожицкая. Обе певицы, Даша у нас еще и актриса. И мы с ними поболтаем и выпьем чуть-чуть игристого. Звоню. Слушайте, мы первый раз снимаем в таком, конечно, в таком интересном формате. Девчонки, ну рассказывайте, как карантин проходит у вас? Вы соблюдаете все правила, я надеюсь? Ну как сказать, я все равно гуляю на улице. В маске, я надеюсь, ты гуляешь? Я не гуляю в маске на улице, потому что я гуляю сама и не хожу в места скопления людей. Я сегодня поняла, что маску сложно надеть, если, допустим, у тебя есть макияж, и тебе надо решать. Это вообще некрасиво, нереально. Но на самом деле я не знаю, у кого сейчас есть макияж. Мне просто интересно. Ну, кроме нашей программы, которую мы записываем, я сомневаюсь, что дома кто-то ходит в макияже, там, не знаю, прическу. У меня, я в спортивном костюме хожу дома. Я тоже. Слушай, вы знаете, да, что пижамы коварные, иногда надо мерить джинсы, чтобы понять, поправились или нет. Даша, ты как проводишь? У меня тоже есть весы. И я так иногда понимаю, что ага, хорошо, все, перестаем. Есть. Я готовлю есть. Я очень люблю готовить есть. И сейчас у меня есть на это куча времени. И я понимаю, что я готовлю жрать прям постоянно, и мы жрем. Именно не есть, а жрать. Нет, это жрать. Правильное слово. Что вы едите чаще постоянно... всего? Я просто на семечки подсела во время карантина. Я тоже. Куда на них подсела? На семечки. На семечки? Нет, я как-то их давно не ем. Я типа, мне мой педагог по вокалу когда-то давно запретила. И вот и как бы и все, и даже не хочется. А я сейчас поняла, что пока у нас перенеслись прямые эфиры голоса, то я пока пою себе как хочу, и потом ем семечки. Вспоминаю всех педагогов по вокалу. Так, девчонки, у нас наша первая рубрика, которая называется «Если бы да кабы». Я сейчас буду читать по фразе, а вам по очереди надо будет ее закончить.
Если бы я зашла в алкогольный отдел, то в первую очередь взяла бы, Злата? Вино. Даша? Виски. Ну, взяла бы еще пепси. Чтобы размешать. Так, дальше Даша первая отвечает. Это если правда. Бы я проснулась с незнакомым мужчиной, то в первую очередь посмотрела бы на Даша. Мобильный телефон. Злата. Я бы проверила бы, жив ли он. Хорошо, если бы я проснулась с Олегом Винником, то моя первая фраза звучала бы: Злата. Олеже, мы запізнюємося на концерт. Даша. Я бы сказала, дуже приємно познайомитись. То есть вы бы вообще не удивились, да? Если бы Виктор Павлик попросил денег у меня в долг, я бы ему ответила. А вы настоящий? Он бы, наверное, позвонил же или написал, и я бы спросила, а вы настоящий или Павлик? Я бы что ответила, я не знаю. Я бы сказала, у меня нет денег. Хорошо, если бы мне нужно было быстро спрятать банан, то я бы его засунула в... Между груди вот тут. Сейчас Злата нам продемонстрирует. Девочки, вы не поверите, сейчас покажет. Просто. Ну, я не знаю, как его можно быстро спрятать. Ну, вот так. Спрятала. Ладно, едем дальше. Если бы я оказалась на нудистском пляже, я бы рассматривала... Парней. Ну, просто фигуры. Просто фигуры. Я просто выросла в Крыму, и я часто ходила на нудистский пляж, там, с краешку где-то. Я была на палатках. Честно говоря, девочки, это вообще не очень эстетическое зрелище. То есть вообще приятно мало. Но я была, и мне не понравилось. Вы знаете, я когда приехала в Барселону первый раз в жизни, мне всегда казалось, что Барселонета — это пристанище очень красивых людей, а в Барселоне же ты можешь загорать топлес легко. Даже на Барселонете. И когда я туда первый раз попала и увидела вообще, кто там голяка загорает, а это такие достаточно немолодые люди. Да, правда. Прекрасные вообще люди без комплексов, которые наслаждаются жизнью, и с них надо брать пример. По-моему, это прекрасно. Едем дальше. Если бы я зашла в секс-шоп, то купила бы... Ну, вообще, я бы купила бы киношку вот какую-то. Киношку в секс-шопе? Да, там, между прочим, есть все. Ты со сознанием дела. Я просто была в европейском, мне было интересно, он был двухэтажный, и я даже не знала вообще, что эти вещи существуют в природе. Вот, то есть люди, которые их создали, очень интересно, что у них находится вот здесь. Было очень интересно, и, конечно, мы с подружкой ходили и тупо смеялись. Нам было тупо смешно, на нас смотрели немножко как на таких, дикарей. У меня просто была точно такая же история с подружкой. У меня друг работал в секс-шопе когда-то. И мы узнали, что по вторникам у него не ходят особо люди к нему. И мы говорим, мы придем во вторник к тебе. Мы перетрогали все, мы перерисовали пальцы во всем. Пальцы перерисовали. Что интересно. Но там всякие такие штуки, которые я реально даже представить себе не могла. Едем дальше. Если я буду получать Грэмми, то на сцену я выйду в одних... В одних больших штанах, которые закрывают грудь. Даша. Ага. В одних колготках, которые закрывают грудь. А, вот уже так. В трико. Если бы Павло Зубров попросил набить тату с его фоткой за деньги, то я бы попросила у него... Да не важно на самом деле. У меня 6 татуировок есть. Это были бы, скорее всего, не его фотка, а только усы. Усы. А, в принципе, можно и за 1000 гривен набить. Но не бесплатно. Ну, нет. Злата. Я себе татушку не хочу бить. Я хотела какое-то время, но... Ну, типа, если бы это я именно, вот я как Злата, я бы отказалась от этого. А вообще... После карантина и 4 месяца безработицы я бы набила бы там, хотя бы за $100 бы набила себе такие маленькие усики. 4 месяца безработицы. Такие вот тут, чтобы там было. Девочки, вы видите, что все-таки мы не такие принципиальные особо. И последний вопрос. Если бы меня попросили спародировать какую-то певицу, то это была бы... Уитни Хьюстон. Уитни Хьюстон, Даша. А первая у меня в голове была песня. Думаю,
Да, мы с ним сошлись. Пускай будет одинаково. Ну хорошо, пародируйте тогда. Давайте по очереди вы попробуете нам ее спародировать. Take my love, I never ask for too much. Cause all that you want, everything that you do. Класс! Девчонки, давайте за вас виртуальненько выпьем. Супер! Так, а мы переходим к нашей следующей рубрике, которая называется «Пятый элемент». Я предлагаю начинать с Даши. Даша зачитает сейчас 5 фактов о себе. И мы будем угадывать с тобой, Злата, какой факт у нее правдивый. Первый. Целовалась с 3 девочками одновременно. Второй. Ездила на пробы в Голливуд. Третий. Вместо школьных уроков продавала арбузы. Четвертый. По пьяни набила татуировку бутылки, но через год ее вывела. И пятый. В детстве приклеивала накладные ногти клеем ПВА. Боже, мне кажется, вот в детстве все приклеивали ногти клеем ПВА. Мне кажется, клей ПВА как-то очень подходит. Да, мы за ПВА. Нет? Нет. А что? А что же тогда? Маленькое короткое отступление. Я не клеила ПВА. Помните, были такие листочки, когда можно было просто на слюну вот так и ногти. Цветочки, цветочки, лепесточки цветов. Ноготки они называли. Девочка, как вы справляетесь, кстати? Давайте такую животрепещущую тему обсудим. Как вы без маникюра живете? Объясните мне, пожалуйста. У меня все есть, и пилочки, и щипчики, и все. У меня даже есть лампа для гей-лака. Я знаю, мы едем к тебе после программы. Есть лак. Девочки, вам бесплатно, вот вообще. Так какой факт правдивый? Вместо школьных уроков продавала арбузы. Короче, в 9 классе... Вау, круто, круто. В 9 классе я прогуливала в школу. Я не помню, честно, я не помню, на что я собирала. Меня поставили на точку, на остановку в Чернигове, где просто жили половина моих учителей. И когда они выходили из автобуса, я просто придумывала все, чтобы меня никто не заметил, потому что я же должна быть на уроках, а меня там нет. А тебя спалили в итоге или нет? Да. Давай, Дашуль, за тебя. Ты юный бизнесмен была, предприниматель. Круто. Так можно и напиться с вами. Это наша цель. Тогда сейчас я читаю свои 5 фактов. Значит, до 18 лет думала, что на денежном дереве растут реально деньги. На теле есть татуировка с именем первого парня. Играла в поезде с незнакомцами в карты на раздевание и проиграла. В Тиндере познакомилась с реальным Микки Рурком. И 5-й факт, работала в дурдоме. Вау. Мне кажется, почему? Татуха. Про татуху, мне тоже правда. Кажется, да. Татуха с парнем. Вот как-то мне сразу это выплыло. Нет, не татуха на самом деле. Нет. Я познакомилась с Микки Рурком. Да, было бы неплохо, прикол, кстати, но нет. Нет, на самом деле я работала в дурдоме. Страшный. Да ладно? В дурдоме. 3 месяца я работала, у меня была практика, я закончила фармуниверситет, и там при дурдоме, при самом, была аптека. Меня оттуда, конечно, очень хотели выгнать с позором, но так как я просто была практикантом, это было невозможно сделать. Да, и мы, в общем, там готовили физрастворы и всю эту историю. И как вообще оно, как оно, расскажи. Ну, это странная история. У нас, я из Харькова, у нас 15-я психиатрическая больница, одна из самых крупных, типа, в Украине, и она еще находится в историческом здании. И ты идешь, когда по территории, это осень, рано темнеет. От аптеки тебе там пилять минут 10 по территории дурдома, через офис, не офис, а как это, отделение для буйных пациентов. И ты, в общем, идешь, а там просто происходили вообще невероятные какие-то вещи. Какие-то, значит, люди, которые там лечились, они спускают пакетики и просят в пакетики им положить там сигарету. Ну, в общем, такое криповое место. То есть достаточно. Больные, не больные, а покурить хочется. Да, да, когда они выходят на прогулку, у них есть такая, как решетка, загон такой, они там вот гуляют. В общем, короче, такая опыт очень такой, конечно. 3 месяца, ты прям месяц. И потом я пошла на радио работать, думаю, после этого мне ничего. У тебя просто жизнь контраста. Дома на радио. Просто поняла, что шоу-бизнес мне уже не страшен. Злата,
твои пять фактов о тебе мы готовы слушать. Мои пять фактов. Значит, первый факт. Я дралась с цыганами. Я умею задерживать дыхание под водой на полторы минуты. Я рисовала картины на продажу, когда жила в Крыму. Работала в стрип-клубе. И когда жила в Крыму, проводила экскурсии. Вот. Я не знаю, я думаю, экскурсии. Мне кажется, почти все правдивые. Да, да, да. Особенно стриптиз. Могли бы быть. Могли бы быть. К счастью, не все. Может быть. Ой, я сомневаюсь между двумя. Я тоже, я думаю, экскурсии, либо все-таки цыгане. Вот мне кажется, либо цыгане, либо картины. Ну давай цыган выберем с тобой, раз мы сошлись в одном. Цыгане. Цыгане? Ну, у нас реально были, да, цыгане в Симферополе, когда ты просто приезжаешь на вокзал в город Симферополь, они тебя обступают, и один раз даже у моей мамы украли кошелек, когда мы ехали в Судак домой на автобусе. И это вообще невозможные люди, они там кричат, я на тебя наведу порчу, mm-hmm. и все такое. Я один раз обернулась, говорю, да я, говорю, сама из потомства цыганских, говорю, я сейчас тебе такую порчу наведу. Все, они отстали просто. Вот, но на самом деле нет, это не так. Я не дралась с цыганами, я умею задерживать дыхание под водой надолго, потому что я же выросла в Крыму, я ходила на море, я ныряла, да, я задерживала дыхание, и у меня именно уже так дошло до полторы минуты. Крутяк. Ну, наверное, минуту точно. Ну что, девочки, спасибо вам за откровенность. Давайте выпьем. Давайте выпьем. Давайте выпьем. О, какая у тебя котик, я его не сразу увидела. Сидим дома. Мы все время ходим к холодильнику, правильно? Вот, и есть игра здесь, как раз Facebook Manager, когда ртом нужно ловить бургеры. Кто больше поймает, тот и чемпион. Ловите бургеры, я буду смеяться. Нет. О! Ну тут по очереди, поэтому давайте, я начинаю. Я думаю, вам понравится. И что у нас не делать? Класс! Это просто... Вот, девочки, что будет после карантина? Да. Что делать? Даша, давай. Класс. Где ты? Тут, кстати, три раунда. Это еще не конец. Да. Боже, мы станем еще шире. Да. Смотри, как профессионально. Я думаю, что к концу карантина мы все станем очень профессиональными едоками. Пойдем, у меня самое большое лицо. Огонь, у тебя огонь. Какая я красоточка. А когда же мы лопнем? Мы же должны лопнуть. Я тоже думаю, что мы должны. Злата решила запить. Смотри, нужно было не есть огонь. Да, огонь нельзя есть. Я не успела его съесть. А я съела. Класс. Вот, двойной. Огонь не ешь. Так, последний раунд. Вот. Какие мы красивые. Ой, у меня же голова вот тут расширилась. Она широко. У меня волосы от смеха болят. Не ешь огонь. Боже, как смешно. Вообще. Огонь. Так. Класс. Ну я выиграла. А, нет, подождите, у нас одинаковое количество. Одинаковое? Да. Боже, какие мы молодцы. У меня же лицо устало. У меня тоже реально. Это такая, знаете, фитнес. Фейс-фитнес. Мы сейчас узнаем, мы, это я и наши прекрасные зрители, насколько хорошо вы ориентируетесь в украинском шоу-бизнесе. За 30 секунд вам нужно дать как можно больше правильных ответов. Если не знаете ответ на вопрос, говорите дальше. Начинаем с Даши. Даша, кто поет песню «Солодка Кара»? Злата, ты поняла, да? Можешь?
Удалі її з друзей. Солодка кара. Багато поєдно. Да? Правда? Їдем далі. Какого артиста или артистки настоящая фамилия Могила? Могилевская. Что изготовляет в своем доме Оля Полякова? Ой, она там читает сейчас детям сказки. Едем дальше. А какой украинский коллектив снимался в клипе у Мадонны? Казаки. Назови имя первого мужа Насти Каменских. Потап. Единственный. У какого артиста жену зовут Марина, и у него есть песня с таким же названием? Марина. Дальше. Группа, у которой всегда тяжелый поцелуй. Ой, не знаю, я только что подумала про Виктора Павлика и... Харткіс, алло! Красива жінка незаміжня. Ой, это я. И я! И я! За это надо выпить, девочки, за нас. Главное, что я не знаю, кто это поел, но я про себя каждый день это пою. Украинский певец, который напоил солнце. Пьяное солнце. Это, да, наверное, да, да, это, да, да. Алексеев. Да, и плюнула на Евровидение. Плюнула на Евровидение? Мару? Да. Молодец. Так, Златочка, теперь твоя очередь. Настоящая фамилия Монатика. Так и есть, Дмитрий Монатик. Кто из украинских певцов номинировался на Грэмми? Из украинских певцов на Грэмми? Честно, не знаю. Никто, правильно. Как назывался дуэт, в котором пел Ваня Дорн? Дуэт паранормальных. Да. Кто из украинских певцов картавит? Святослава Карчук. Правильно. Какой украинский артист родился в Международный женский день? На 8 марта? Да. Родился. Ну, во-первых, я... Не Олег Левиник. Нет, Макс Барских, на самом деле. Псевдоним какой артистки звучит как мужское имя? Из нашего. Из нашего, из украинского? Как мужское имя? Блин, не знаю. Да, Алёша, ну что вы, я не знаю. Какому артисту не все равно, с кем ты пьешь вино? Ну, Олег Винник. Она открыла ночь и поздоровалась с гидропарком. Открыла что ночь и поздоровалась с гидропарком? Не знаю. Да здрасте, я открыла ночь, здравствуй, гидропарк, Сердючка, ты что? Я не знаю, пардон. Не знаешь эту песню? Это самая шикарная песня вообще, я считаю, в ее карьере. Я открыла ночь, здравствуй, гидропарк, и помада алая. Название этого коллектива расшифровывается как «Трезвость и культура». ТК, ТИК? Да. И в своей песне они бросили Юру. Бросили Юру? Это грибы? Грибы? Нет. Слава и Вика. Не ангелы. Давайте выпьем за нас, девчонки, все-таки. Я вас умоляю. Давайте за нас. Очень круто. Победила дружба. Ну, рассказывайте теперь мне, какие у вас планы на этот карантин? У меня самый главный план на карантин. У меня выходит трилогия «Истории моего кохання». И она включает в себя три песни. Первая песня будет 10 апреля. Баллада, называется она «Ты обещав». Второй трек выходит 24 апреля и третий в конце мая. И затем у меня будет EP еще с одной новой песней. Короче, ты не простаиваешь в карантине, правильно? Нет, нет, я на самом деле ждала, когда же у меня появится время свободное от съемок, интервью, беготни, закрытия кучи вопросов, когда ты приходишь в 12 часов домой, и у тебя не то, что нет сил там вкусное что-то себе полезное приготовить, у тебя вообще нет сил. И то просто ты идешь ложишься отдыхать. Ага, вот кто, значит, нам карантин устроил вообще. Да, это все творцы, которые страдали от недостатка времени. Я сейчас отсыпаюсь, у меня просто великолепнейшее состояние, куча энергии, только надо еще, чтобы потеплело, и я смогу ездить на велосипеде, и будет вообще великолепно. Даша, рассказывай, что с голосом, как вообще все будет происходить? Ну, сейчас пока все на неопределенный срок перенеслось. С кем из судей тебе больше нравится работать, с кем интереснее? Ну, сложно оценить, я же не со всеми поработала. Я поработала с Тиной и поработала с Даном. Дан настолько вот какой-то лаконичный, он вот что-то одно скажет, и ты так типа, окей, хорошо. Вот он мне на нокаут сказал ровно одно предложение, и все. И я сразу все поняла, что он от меня хочет. А Тина, она
Она, наоборот, она вся. Она все и мне, и Даниэлю, она все рассказывала. Вот ты там такая-такая, вот это ты чувствуешь. Она просто... У нас была задача же сделать не красиво спеть. Потому что, типа, все равно мы с Даниэлем конкурируем с очень крутыми ребятами. А она хотела именно сделать номер. Она очень хотела эту песню «Позвони мне, позвони», потому что она говорит, мне никто никогда не давал ее сделать. А тут я ее просто захотела. А там... Блин, ну вы ее так сделали, что разорвался интернет вообще просто в клочья. И мы хотели просто именно вот сделать вот этот номер очень крутой, где не будет именно батла «Тоже из нас победит», а сделать именно офигенский номер, чтобы он просто порвал, и все. И у вас получилось. Если я в твоей судьбе, о, Господи, я забуду о тебе. Я смогу. Я не заплачу. Кого ты считаешь самым большим конкурентом своим? Всех. Абсолютно всех, кто дошел до прямых. Потому что настолько, реально, настолько крутые участники, что я не могу там сказать... Когда мне говорят, кто самое слабое звено, мне кажется, что я. Блин, я как будто не верю в себя. Нет, надо сделать это. Блин, девчонки, спасибо вам за этот онлайн. Давайте за вас, девчонки. Слушайте, ну я думаю, что нам сейчас всем максимально нужен оптимизм. Самое главное, что с хорошим настроением никакой вирус не страшен. Мы сегодня его создаем, поэтому хорошее настроение, оптимизм и поющие девчонки. И я предлагаю спеть самую бодрящую песню, которую мы знаем, а наши зрители будут нам подпевать. Ой, чувствую я, девчонки, после карантина мы загуляем. Ребята, это была Ничу Барик, карантин эдишн на домашнем. С вами были Мишель Андраде, Злата Огневич, Даша Петрожицкая и я, Василиса. Подписывайтесь на канал Люкс FM, ставьте колокольчик и до встречи в следующих выпусках.